хочется развиться, хочется что-то знать новое. Был немного тормозной момент в моем бизнесе, или остановка, можно даже сказать. И я, посетив несколько занятий других тренеров, я этого не находила. И сейчас простым языком, очень доступно, прошивая мозги, и я это все слышу от Довлатова. Это такой мощный прилив энергии, и мастер-класс для лидеров сетевых компаний Саидмурада Довлатова – это нечто, это действительно бомба, это настолько такая подача, которая идет от сердца к сердцу. Цель тренинга, я думаю, достигнута. Мне хочется бежать срочно к своей команде, передавать знания, двигаться и двигаться на каком-то уже совсем другом уровне. Очень многие вещи за эти дни мы поняли, как правильно выращивать здоровую структуру, как правильно выращивать ключевых людей, как стать лидером вообще. Я многие вещи для себя взяла и думаю, что это такие ценные знания, которые нужны именно профессиональному сетевику. Мы четко поняли, что делать. Самое главное – иметь системное мышление. Есть в сетевых компаниях это системный подход к построению бизнеса, но системного мышления нет даже у лидеров. И поэтому, как это все выращивать, как это создавать, как правильно все поэтапно идти, поэтапно расставлять. Поэтому мы сейчас уже четко знаем, как нам нужно двигаться. Научилась ставить цели правильно. Вроде казалось, раньше я знаю, как это делать, а оказалось, что делала неправильно. Научилась делать планирование, как правильно распланировать. Узнала по-настоящему, кто такой лидер и что он должен делать, что он должен дать команде. Здесь именно на практике, четко на примерах, на конкретных задачах, на всех вопросах, у кого какие были у сетевиков вопросы, конкретно все разложено по полочкам. И все вот эти вопросы господин Довлатов на своих мастер-классах здесь на Эстерколе показал на высочайшем уровне. Раскрыл все свои секреты, все знания. Вообще мозг у меня кипит, готов взорвать весь мир. Произошло трансформация умов, произошло, что люди перешли на новый уровень сознания, они поняли свои ошибки, они определили, как дальше им идти, определились с целями, задачами. Это дорогого стоит для лидера. Поэтому, кто хочет преуспеть в сетевом бизнесе, им обязательно нужно посетить этот мастер-класс, где дают практические знания. Теории много, но практических знаний нет. Мастер-класс по Саидмураду Довлатову – это ты, когда вместе с тренером, вместе с мастером все делаешь сама, все через свои руки пропускаешь. Я даже не представлял, что меня ждет утром. И вы знаете, в 6 утра, когда мы пришли на этот пляж, он был голым, холодным. Но после того, как мы выполнили все упражнения, я полюбил, что зарядкой надо заниматься. Зарядка супер. Новое для себя взял все, потому что такой зарядки никогда не делал. Вообще все упражнения понравились. Получаем такое вдохновение, энтузиазм от этого. Получить заряд энергии. Поднимается настроение, улучшается здоровье. То есть я меняю свое сознание, меняю себя внутри, как умственно, так и физически. Очень здорово. Когда вы разогреты, вы идете в воду, и вода кажется не просто холодной, а просто кипятком.
сочетание природы, сочетание того, что тебе настолько все классно, разумно объясняет, доходчиво самое главное, что это, наверное, как гвоздь, да, каждое слово вошло, наверное, в твой мозг навечно. Горы, ребята, это что-то, это с природой, это очищение на духовном уровне. Это вообще все, чистится ваш мозг, и вы на жизнь по-другому смотрите. Мы получили очень много обучения в том, что какие люди нам нужны в команду, именно каких людей мы должны подбирать к себе в команду и как с ними работать. Тренинг команды образования, тренинг лидер будущего, как строить бизнес, как строить систему, как продвигать свою компанию. Вот в горах, когда вот командный вот этот дух, когда все разные люди с разных компаний объединились во имя одной какой-то идеи и вот двигало, да, нас вот командный дух. То есть мы все жили одной дружной большой командой. Вы удивительные, горы великолепны. То, что человек пропустил через себя и дает нам такие навыки и опыт, личностный рост, духовный рост, чтобы мы не делали лишних ошибок. Когда покорение вершин гор было, это что-то, это непередаваемое ощущение. Ты, когда смотришь вниз и видишь свой проделанный путь, тебе кажется, что ты, для тебя нет невозможного. Вообще, колоссальный проект. Совсем другое находиться в городе и участвовать в тренингах. А совершенно другое, оказывается, вот выехать из дома, живя здесь, обучая вот, утром, вечером, днем, в общем, круглые сутки, наш наставник говорит, тут вокруг все обучение. Это классно, советую посетить. Все супер. Потрясающая система. Супер, ребята. Огромное просто спасибо. Выразить все словами просто невозможно. Спасибо вам большое. Благодарю. Спасибо.